Еще можно. Минцифры продлевают сроки голосования за подключение малых населенных пунктов к высокоскоростному мобильному интернету в 2024 году. На сегодняшний день в онлайн-голосовании уже приняли участие 382 тысячи человек. Пермский край находится в числе регионов, которые активно выбирают территорию для подключения к интернету. Можно не платить. Государство не будет обязывать регионы вводить курортный сбор. Главы субъектов самостоятельно смогут принимать решение о необходимости его введения, сообщает Минэкономразвития Российской Федерации. Напомним, в рамках эксперимента 5 территорий – Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Санкт-Петербург и федеральная территория Сириус – берут с отдыхающих от 30 до 100 рублей с человека в сутки. В нашем крае. Компания «Прикамья Инплайн», занимающаяся изготовлением пластиковой тары, получит льготный заем от Фонда развития промышленности Российской Федерации и Регионального фонда Пермского края на создание нового производства вакуумных пробирок для забора крови. Для запуска нового направления производства закупят необходимое оборудование, а также создадут рабочие места. Есть развитие. К национальному проекту «Производительность труда» присоединилась пермская компания «Евродорстрой». Для повышения производительности труда рабочая группа совместно с экспертами изучит процесс ведения исполнительной документации в ходе строительства дорог, выявит потери и устранит их. Как сообщают в правительстве Пермского края, на сегодняшний день в нацпроекте участвуют 116 компаний. Забота о здоровье. Роспотребнадзор сообщает о выявленных случаях кори. Подтверждено лабораторно 4 диагноза. К осложнениям кори относят слепоту, энцефалит, менингиты, полиневриты, пневмонию, отит и другое. Избежать заражения поможет прививка. В поликлиниках Соликамского округа имеется необходимая вакцина.